Заседание открылось вручение государственных и региональных наград лучшим представителям разных сфер, благодаря которым Тверская область уверенно подходит к 2014 году. Одним из основных вопросов повестки дня стало утверждение региональной программы по проведению на территории области капитального ремонта многоквартирных домов. Документ рассчитан на 30 лет. По итогам его реализации в регионе планируется капитально отремонтировать более 15 500 объектов. Основные критерии выстраивания очередности проведения работ – год ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, время проведения последнего капремонта, текущее состояние дома. В первоочередном порядке программы предусматривается проведение капитального ремонта домов, в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения, если ремонт не был проведен, и домов, ремонт которых требуется в неотложном порядке. Глава региона обратил внимание на необходимость максимально широкого освещения реализации программы на территории области и проведения постоянной разъяснительной работы среди населения. При реализации вообще для человека должно быть очень четко и понятно, где его дом, почему именно в этом порядке стоит, и не возникать вопросов. А если возникают вопросы, он доходчиво на русском языке должно быть объяснено. На заседании утвержден план мероприятий по реализации на территории Тверской области стратегии государственной и национальной политики на период до 2025 года. Документ разработан при активном участии общественных организаций, национально-культурных автономий, диаспор и общин региона. Ключевыми мероприятиями плана является разработка региональной целевой программы по гармонизации межнациональных отношений и укреплению единства российской нации, утверждение которой планируется в первом квартале 2014 года. Проведение массовых общественных мероприятий, приуроченных к памятным датам, формирующим российскую идентичность, и оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, участвующим в реализации задач стратегии. Андрей Шевелев подчеркнул, что реализация национальной политики, обеспечение межнационального мира и согласия объявлены одними из приоритетных направлений деятельности органов государственной власти по всей России. Чтобы было понимание, что межнациональный мир, о котором идет речь в программе, это результат повседневной работы, не только нашей, но и с молодежью, с лидерами наших национальных автономий, объединений. На заседании также обсудили организацию работы с семьями социального риска на период новогодних каникул. Начиная с 16 декабря и до конца года в области будут проводиться обследования.